Хотите классный смартфон на 860-м снэпе с мощной батареей и крутыми камерами по оптимальному ценнику? Тогда смотрите этот ролик. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Made in China или Сделано в Китае. Я, как обычно, получил новую посылку. Сейчас мы ее с вами вскроем и посмотрим, что находится внутри. Если же вы до сих пор не являетесь подписчиком моего канала, то рекомендую сделать это прямо сейчас. Впереди вас ждет очень много интересных роликов. А также нажать на колокол и выделить все. А перед тем, как начать, небольшое объявление. Почти в каждом ролике своего канала я провожу конкурс, подробности которого вы сможете узнать, если досмотрите этот ролик до конца. Итак, друзья, как я сказал только что, прямо сейчас в этом ролике вы увидите классный смартфон на Snapdragon 860 с мощной батареей и крутыми камерами. Конечно, флагманом данный аппарат можно назвать с натяжкой, ведь флагман должен быть лидером во всем. Другое дело, что среди смартфонов по цене плюс-минус 20 тысяч рублей. У Poco X3 Pro нет конкурентов, особенно если говорить о производительности. К тому же сейчас смартфон продают с отличной скидкой. Несколько вариантов я оставил под этим видео, так что переходите, как досмотрите это видео до конца. А если вам нравятся атмосферные игры, то рекомендую посетить YouTube-канал Metrofan. На этом канале вы сможете посмотреть прохождение абсолютно всех частей постапокалиптической вселенной метро, а также узнать все самые главные фишки, где находятся трофеи, посмотреть шикарный летсплей, узнать, где найти все тайники и пройти побочные задания. Очень рекомендую посмотреть этот новый канал и на него подписаться. Работает Poco X3 Pro на мощном процессоре Snapdragon 860, а именно SND860. Это немного переработанный SND855+, который использовался во многих флагманах 2019-2020 года. Из коробки Poco X3 Pro работает на Android 11 фирменной оболочке. На устройстве 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Главное отличие Poco X3 Pro от конкурентов – это его производительность. Вон тут аппарат набирает более 494 тысяч попугаев, а благодаря наличию системы жидкостного охлаждения смартфон не боится даже самых тяжелых игр и запускает их на максималках, без каких-либо проблем и фризов. Также рекомендую посетить нашу группу ВКонтакте, подписавшись на которую, вы точно не пропустите все самые интересные распродажи и скидки на сайтах AliExpress и не только. Еще в этой группе я провожу розыгрыши интересных призов, совместные с нашим YouTube-каналом Made in China. Переходите, подписывайтесь, и вы точно не пожалеете и не пропустите интересные новости. На панели смартфона расположился IPS-дисплей с диагональю 6,67 дюйма. Решение дисплея 2400 на 1080 точек, то есть Full HD+. Частота обновления данного экрана 120 Гц. Экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6, при помощи чего вам будет сложно его разбить, но легко поцарапать. Так что при покупке также рекомендую заказать защитное стекло. В небольшом отверстии на дисплее находится фронтальная камера на 20 Мп. Основная камера Poco X3 Pro состоит из 4 модулей. Главного на 48 Мп, ширика на 8 Мп и двух вспомогательных объективов. Разрешение каждого из них по 2 Мп. Автономность Poco X3 Pro обеспечивает аккумулятор на 5160 мАч. Это позволит рассчитывать на 2 дня активного использования, как говорится, без розетки. Аккумулятор поддерживает 33 Вт быструю зарядку и с 0 до 100% заряжается всего за час. Любители музыки аппарат порадует наличием стереодинамиков, разъема на 3,5 мм и наличием технологии Hi-Res Audio. Еще одна примечательная мелочь – корпус X3 Pro соответствует степени влагозащиты IP53. Задняя панель на смартфоне пластиковая. Также тут есть NFC, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный Wi-Fi, боковой сканер отпечатка пальца и поддержка всех стандартов GPS. Если хотите посмотреть и купить, то делайте это прямо сейчас по ссылке, которая находится в описании под этим видео. Также рекомендую воспользоваться сервисом Letyshops для того, чтобы сэкономить еще больше. А если вы хотите поучаствовать в нашем конкурсе, то вам надо сделать всего-навсего несколько вещей. А именно, поставить лайк видео, которое вы смотрите, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажать на колокол. А также оставить комментарий. И в комментарии не забудьте оставить свои контактные данные для связи. Как только этот ролик наберет 300 лайков, я рандомно выберу 3 победителей, которые получат по 100 рублей. Также рекомендую смотреть мои прошлые ролики, там вы найдете огромное количество интересного контента с распаковками и тестами. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. И напоследок пожелаю всего самого наилучшего, а также счастья и крепкого здоровья. До новых встреч в следующих роликах. Пока!